Так, значит, сегодняшнее наше занятие мы с вами уже более подробно посвятим процессу текстурирования, в частности, одной текстуре, текстуре цвета. Значит, напомню вам, в прошлый раз мы с вами проработали нашу текстуру глаза на базе тех изображений, которые нашли в интернете. Вот, соответственно, его финальная версия. Ну, значит, она уменьшена, в оригинале она значительно больше. Вот, но тем не менее, выглядит она приблизительно вот так. Вот, и теперь, раз она у нас уже есть, мы можем сразу заодно посмотреть процесс нанесения этой текстуры на нашу трехмерную модель в программе Moodbox. Вот, а после этого поговорим о двух других типах текстур, которые нам нужно будет сделать, тоже текстуры цвета, которые у нас будут на его рогах, раз, и которые будут на его теле. Эту вот основу нам нужно будет с вами положить. Итак, глаз. Значит, для того, чтобы его протекстурировать, в принципе, нам все остальное с вами не нужно. Поэтому мы можем все остальные части просто-напросто взять и попрятать. Теперь курсор мышки навести на глаз, нажать F, чтобы подъехать к нему поближе. Вот, отлично. И давайте теперь посмотрим насчет материала этого нашего объекта. Вот он у нас, материал глаза. Так, значит, первым делом, наверное, мы с вами возьмем и цвет ему изменим. Вот, что в будущем мы будем наносить текстуру, и вот ту атрибутику, которую мы здесь делали, свойства там отражения, прочие другие вещи, они на самом деле нам пока не нужны. Поэтому, может быть, даже, пожалуй, будет верным начать не с цвета, а вообще с изменения технологии материала. То есть зайти в заготовки материалов и воспользоваться обычным стандартным материалом. Так, давайте его сейчас переприсвоим. Есть. Вот мы вернулись к обычной форме. Нам просто проще будет на таком материале, без отсутствия разных других атрибутов отражения и прочих других вещей, проще будет прорабатывать и наносить текстуру. Значит, когда мы с вами говорим о текстурировании, инструменты скульптинга нам уже с вами здесь не нужны, потому что мы совершенно в иную идем область. Нам требуется вторая закладка в группе наших панелей, в панели наших инструментов. Закладочка с названием Paint Tools, то есть инструменты, занимающиеся рисованием. Все, что касается скульптинга, находится на категории Sculpt Tools. Все, что касается создания текстур, это у нас закладочка с названием Paint Tools. Все эти инструменты, которые здесь представлены, они тем или иным образом имеют отношение к процессу или рисования, или корректировки изменения текстуры. Здесь довольно-таки много инструментов. Те из вас, кто знаком с программой Adobe Photoshop или аналогичными редакторами, возможно, многие здесь знакомые увидят название. Вот, здесь инструменты разные с точки зрения работы, с точки зрения эффекта. Есть инструменты обычные рисования, такие как кисть, допустим. Вот, инструменты взятия цвета, айдроппер, дополнительные инструменты там, стирания текстуры, инструменты создания ретуши, выполнения цветовой и тоновой корректировки. Вот они все здесь. Поэтому, в принципе, арсенал очень немаленький. Этими инструментами вполне можно выполнять те задачи, которые перед вами стоят. Значит, сегодня мы с вами первым делом поговорим о инструменте с названием вот таким вот projection, проекция. Дело в том, что рисовать текстуры мы с вами можем двумя способами. Способ первый – это создавать их вручную с нуля. Для этого, как правило, удобнее всего брать инструмент Paintbrush, обычная кисть, настраивать ее определенным образом и получать определенный результат. Но этот вариант хорош в ситуации, когда мы с вами покрываем просто лишь цветом нашу, скажем так, трехмерную модель. А когда у нас с вами есть определенная текстура, вот как сейчас нашим глазом мы ее с вами создали, и теперь хотим ее просто правильно нанести на нашу трехмерную поверхность, вот, то инструмент кисть здесь будет малоэффективен, потому что он с этой текстурой работать не умеет. Вот второй инструмент, о котором я хотел бы вам сказать, инструмент с названием projection, проекция, вот это инструмент, который нам будет с вами более интересен с этой точки зрения. Интересный он тем, что он позволяет нам текстуру проецировать. То есть мы должны с вами уже иметь какую-то текстуру. Этот инструмент позволит нам эту текстуру спроецировать на трехмерную поверхность. Поэтому я включу этот инструмент, щелкнув по нему левой клавишей мышки.
В результате с правой стороны, как обычно, загрузятся его настройки, и я смогу с ними работать. Значит, режим зеркала нужно будет посмотреть. Дело в том, что в идеале как бы мы его, конечно же, могли бы с вами использовать, но нужно будет смотреть, у нас модель немножечко искажена. Я сейчас специально проверяю, двигаю курсор мышки по одной половине глаза, смотрю, как на другой. Ну, вроде бы одинаково все происходит, тогда можем попробовать. Может быть, просто я переживал первоначально, что, возможно, из-за того, что у нас углы наклона немного отличаются, могут быть проблемы с этой симметрией, но вроде бы как все нормально. Поэтому я включаю у него симметрию, я буду ее использовать. Так, хорошо, теперь второй обязательный элемент, который нам с вами для работы нужен в этом инструменте, это непосредственно та текстура, которую мы с вами будем проецировать. Да. Значит, второй обязательный атрибут, да, который нам тоже нужен, и без которого мы сделать ничего не сможем, это наше изображение, которое нужно будет брать в качестве основы для того, чтобы эту проекцию выполнять. Значит, инструмент Projection, так же, как и прочие другие инструменты, работает с кистью. Тут все аналогично, то есть мы точно так же можем менять размер, форму нашей кисти, силу влияния. Вот. А дальше система следующая. Значит, включив инструмент, это, скажем так, мы только лишь половину дела сделали. На самом деле, когда мы с вами касаемся темы, связанной с процессом нанесения текстуры, рисованием текстуры, в программе Moodbox требуется указать, на каком слое мы будем эту вещь с вами выполнять. Напомню вам, на первой нашей закладочке Layers у нас присутствовали два с вами слоя. Первая группа слоев имела название Sculpt. Тут у нас использовались те слои, которые используются для создания рельефа на поверхности модели. А вот вторая кнопка, которой мы с вами еще не касались, носит название Paint. И она дает нам доступ к слоям, которые у нас будут заниматься хранением информации о текстуре. Поэтому до того, как мы начнем полноценно с этим инструментом работать, мы с вами на закладочке Layers переключаемся в группу Paint. И внизу видим пустой список, то есть слои как таковые у нас с вами вообще пока отсутствуют. Поэтому программа и не может полноценно нормально работать, вернее инструмент не может нормально полноценно работать. Первым делом мы должны с вами создать слой, на котором вся работа и будет выполняться. Так же, как и в ситуации со слоями скульптинга, для этого используется вот такой вот значочек с обозначением плюс, New Layer. Щелчок по нему, откроет окошко, где нам нужно задать несколько обязательных параметров для этого нашего слоя. Что здесь за параметры? Первый параметр, с которого начинается работа, это имя этого слоя. Оно здесь очень важно играет роль, потому что благодаря этим именам вы сможете понимать, что за слой, какую функцию он выполняет. При рисовании текстур этих слоев будет значительно больше, чем слоев на этапе скульптинга, создания рельефа. Потому что мы будем разные части рисовать на разных слоев, объединять их со временем, делать прочие манипуляции. И поэтому без нормального вменяемого имени понять, что на этом слое отображается, будет невозможно. Поэтому мы стираем стандартное имя и называем, допустим, его там как-нибудь там Ice Color, да? Следующим важным атрибутом является размер. Параметр размера отвечает за то, какой файл будет создан для этого слоя. Программа Moodbox для каждого слоя, который вы будете создавать определенный файл. И вот следующим шагом нам нужно выбрать размер и тип этого файла, size и save as, то есть какой у него будет формат. Значит, для размера мы можем с вами раскрыть открывающееся, это выпадающее меню, и выбрать разные варианты, которые здесь предложены. Глаз у нас не такая крупная деталь, поэтому в принципе делать ей очень большой размер смысла нет. Я думаю, если мы ограничимся размером там, максимум 1024 пикселя, этого будет вполне достаточно. Хотя я думаю, даже если это будет 512, ничего страшного. Но есть такое правило, что лучше, конечно, использовать текстуру как можно большего размера. Уменьшить, если она вдруг понадобится вам в дальнейшем, вы ее всегда можете без потери качества. А вот из маленькой сделать большую уже не сможете, в качестве потеряете. Поэтому как можно крупнее. Но использовать для глаза 4096, мы этот размер будем использовать для тела. То есть тело по сравнению с глазом, ну, принципиально отличаются в размерах, поэтому видите, насколько большая текстура будет для тела, поэтому глаз, я говорю, минимум там, вернее, как бы с нормой будет, наверное, 512, но я опять-таки возьму
1024 пока. В качестве формата тут вариантов несколько. Здесь большое количество разных вариантов, которые вы можете использовать. Есть форматы PNG, форматы TIFF. Вот, есть даже формат PSD, фотошоповский родной формат, TGA формат, OpenXR. Ну, с этими форматами мы с вами не работали, не знакомились. Это, в принципе, не принципиально, потому что все эти форматы поддерживают информацию о прозрачности в альфа-канале. Вот, все они могут работать с разной глубиной цвета. Единственное, что нам с вами имеет смысл выбирать формат, который работает с 8-битным цветом. То есть 16 бит и 32 бита, в принципе, для нас с вами вещь бесполезная, потому что мониторы, ну, по крайней мере, те, которые здесь установлены, полноценно вот такую глубину цвета передать не могут. Поэтому все равно она будет отсекаться, адаптироваться, а только лишняя память будет потребляться на эти дополнительные, на хранение этой дополнительной информации. Поэтому, в принципе, я останусь при варианте TIFF 8 бит. Вот, рядышком написано RGB, то есть непосредственно 3 канала цвета будет сохранено, и буковка А, RGBA, то есть альфа-канал будет сохранен. Но, пожалуй, даже самым важным из этих всех четырех параметров является последний, четвертый, параметр с названием канал, channel. Здесь мы с вами должны выбрать, какой же канал мы с вами будем прорабатывать. Понятие канала вам должно быть знакомо еще из программы 3D Studio Max. Например, когда мы с вами работали с материалом, у нашего материала в программе 3D Studio Max был параметр diffuse, который определял цвет материала. Параметр specular у нас отвечал за блики. Glossiness, ну здесь в данном случае, аналог параметра glossiness max, там тоже есть такой параметр glossiness, отвечающий за размер блика. Вот, свойство incandescence отвечает за эффект самосвечения поверхности. Ну это, допустим, актуально при рисовании кожи. Ну, кожа динозавра она не является как таковой. Это, допустим, человеческая кожа имеет эффект такого подповерхностного рассеивания. То есть, если, допустим, там в яркий солнечный день рукой попытаться заслонить солнце, то края вашей кожи будут просвечиваться красноватым цветом из-за того, что лучи солнца проходят сквозь поверхность кожи. Такой же эффект наблюдается на разных поверхностях, например, на такой поверхности, как воск, вот, на некоторых типах искусственно созданной кожи. Вот, но мы опять-таки этим свойством пользоваться не будем. Свойство opacity, непрозрачности, то есть мы можем делать прозрачный или непрозрачный какой-то участок, bump и прочие другие вещи. То есть первым делом вам нужно выбрать правильный канал для того, чтобы рисовать нужную атрибутику. Мы с вами будем сейчас рисовать канал цвета, покрывать нашу модель обычным цветом, поэтому мы выбираем свойство diffuse. В будущем, если нам понадобятся другие каналы, другие свойства, мы сможем здесь выбрать и работать именно с ними. Огромное преимущество программы Moodbox в том заключается, что она большинство этих каналов, хотя все зависит от возможностей вашей видеокарты, может в принципе полноценно отображать в режиме реального времени, в окне проекции. Потому что у Moodbox нет такого понятия, как процедура рендера, он не умеет рендерить. Он все показывает в окне проекции. Вот. Но это с одной стороны дает тоже преимущество, потому что мы с вами фактически интерактивно можем прорабатывать на модели те или иные части и получать результаты. Поэтому вот как выглядит заготовка наша для глаз. Канал цвета для глаз. Название, размер, тип файла и, самое главное, канал цвета. Дальше, нажав ОК, программа создаст для нас канал. Каналы, смотрите, отображаются в группы. То есть вот, например, группа с названием Diffuse, диффузионный цвет. И в будущем, если я буду создавать новые каналы, которые тоже будут каналами цвета, например, вы текстуру можете рисовать на разных уровнях. Мы так будем делать для текстуры тела. Они будут группироваться вот сюда в один канал. Если формируется канал, например, Specular, будет создан отдельный контейнер с названием Specular, где будут храниться каналы Specular. Эти каналы привязываются к модели, конкретной модели, геометрии модели, в нашем случае глазу. То есть, если я, например, верну к отображению рога, выделю рога и вернусь на лейеры в Paint, я здесь не увижу никаких слоев, потому что этой геометрии я еще не назначал никакие слои. То есть, привязка слоя идет к конкретной геометрии. Прячем рога, возвращаемся к нашему глазу, и вот мы снова видим наш канал. Так, я нажимаю Ctrl-D, снимаю выделение. Значит, когда канал создан, у нас есть несколько атрибутов, с которыми мы можем работать. Но сейчас пока имеет смысл сказать о понятии включения-выключения. Мы всегда можем тот или иной канал включить-выключить, соответственно, он будет видимым или не будет. Но пока мы ничего не создавали, мы это явно не увидим. Также есть параметры прозрачности или непрозрачности канала. От 0 до 100 они меняются, тем самым мы можем комбинировать, накладывать текстуры в эффектах, в режимах полупрозрачности. И наверху есть такая замечательная вещь, как разные режимы наложения слоев. Это тоже вещь, возможно, знакома вам, если вы пересекались с программой Adobe Photoshop.
Там слои тоже могут между собой смешиваться. Суть в чем этих режимов? Это так называемые режимы смешивания или режимы наложения слоя. Фактически каждая из этих надписей является какой-то математической формулой, которая так или иначе смешивает цвета текстур, пикселей текстур. Например, режим screen там позволяет светлые участки, умножив, наложить на светлые участки другого слоя. Вот. Multiplay умножает глобально один цвет на значение другого. То есть каждые разные режимы эти по-разному дают определенные результаты. Мы с вами эту вещь посмотрим чуть попозже, когда будем прорабатывать текстуру тела, потому что в глазе нам особо эти вещи не понадобятся. Режим Normal – это обычный режим, при котором мы просто обычно видим нашу текстуру, вот, без каких-либо нюансов. Итак, канал выбран, объект выбран, включен инструмент. И, в принципе, теперь мы можем с вами начать процесс нанесения текстуры. Но дело в том, что если сейчас я эту работу выполняю, видите, у меня происходит не что иное, как просто-напросто нанесение данным инструментом определенного цвета. Того цвета, который выбран у него в качестве основного цвета. Это как бы совсем не то, потому что мы все-таки старались с вами, заранее готовили текстуру для того, чтобы использовать ее, а не просто обычный цвет. Поэтому давайте сделаем отмену действия и посмотрим, каким же образом мы можем воспользоваться нашей текстурой. Значит, наш файл, который мы с вами заготавливали, нужно загрузить в программу Moodbox. Для этого у нас есть несколько возможностей. Значит, смотрите, загружать мы будем его как трафарет, то есть в режиме Stencil. У нас стандартная наша библиотека режима Stencil пока включает только стандартные заготовки. Но если хотим, мы можем сюда загружать свои файлы. Это один из способов. Для этого у нас есть такая стрелочка в самом начале этой нашей палитры трафарет Stencil, щелкнув по которую, мы можем найти тут несколько параметров. Один из них параметр Add Stencil, добавить трафарет, с помощью которого мы можем указать, какой же файл мы будем использовать. Это один из способов. В этом случае наше изображение загружается сюда в библиотеку, и мы при необходимости всегда можем им воспользоваться. Мы этот вариант давайте с вами оставим на ситуацию, когда будем прорабатывать текстуру нашего тела. А глаз мы с вами покроем за несколько секунд, текстуру глаза, поэтому загружать ее в библиотеку особого смысла не вижу. Поэтому заодно давайте посмотрим второй вариант, как мы можем с вами загружать заготовки, при этом они не будут загружаться в библиотеку. Для этого у нас наверху, где находится заголовок окна проекции 3D-View, есть закладочка с названием Image Browser. Это закладка, которая позволяет нам загружать файлы из библиотеки, которая у нас указана. Для этих целей мы можем с вами выбирать любую из директорий. Наверху у нас есть набор параметров, которые позволяют нам как раз указывать эти наши директории. Я сейчас воспользуюсь этой папочкой Open Directory, для того, чтобы открыть структуру диска, вот, и указать непосредственно путь к нужной мне текстуре. Значит, в моем случае весь материал, который нам нужен, лежит у нас с вами на диске D, папочке CG Students, наша папка проекта Динозавр, Dino, да, и здесь вот txt.mp, та папка, где мы создавали файлы. Мне нужно выбрать здесь только директорию, не файл, а просто директорию. Поэтому я указал путь к директории и нажимаю кнопочку Choose – выбрать. В результате эта директория устанавливается как основная, вот ее путь прописался здесь. И с этой вот стороны, в виде таких вот небольших миниатюр, я вижу все файлы, которые в этой директории есть. Сразу вижу их миниатюры и, соответственно, могу ими пользоваться. Среди них есть и вот эта наша текстура, которую мы с вами на прошлом занятии подготовили на базе этих фотографий. Я ее могу выбрать, щелкнув по ней. В результате она у меня загружается вот сюда, в основное окошко предпросмотра. Загружается она в своем 100% масштабе размере. Если нужно, я могу это исправить, поменять ее размер визуально здесь, воспользовавшись либо вот этим вот полем выпадающим, задавая здесь процентное значение отображения, или, соответственно, воспользовавшись вот инструментами навигации, такими же, как мы это делали в сцене, то есть Alt и правая кнопка мышки. Но выбрать его для просмотра еще недостаточно. Это только вы для себя его определили, что этот файл – это тот, который вам нужен. Программа по-прежнему еще не знает, что ей делать с этим файлом. Поэтому, если вы хотите его использовать в качестве трафарета и узора, то есть стамп – это у нас узор, стенсил – это у нас трафарет.
Вот если мы хотим использовать его в качестве трафарета, все, что нам нужно, так это определить его как этот самый трафарет. Для этого мы, смотрите, выбрав эту миниатюрку, должны вот здесь вот наверху, на панели инструментов, воспользоваться одной из кнопочек, вот она в частности, Set Stencil, которая позволяет нам выделенное изображение установить как трафарет к текущему инструменту. С одной стороны, этот вариант хорош тем, что мы конкретному инструменту связь сделали и библиотеку лишними файлами не загружаем. С другой стороны, в библиотеку они у нас не загружаются, и поэтому если потом мы переключаемся на какие-то другие инструменты, после при возврате или при замене другого трафарета нам снова нужно его переуказывать. Поэтому здесь такая ситуация очень спорная, в разных случаях это по-разному будет работать, и мы это по-разному будем использовать. Поэтому сейчас я выполняю щелчок по этой клавише, и в результате вот вижу в свойствах, у меня появилось свойство моего трафарета, установилось это изображение. Теперь я снова могу из этого просмотрщика вернуться к моему трехмерному виду, и я увижу, что вот здесь вот у меня появилась непосредственно моя вот эта вот текстура, в которой я могу работать. Значит, напомню вам, буковка S на клавиатуре позволяет нам работать с этим файлом, зажатая буква S. Вот я сейчас через W еще включу отображение сетки, чтобы видеть, где у меня центры. Снова нажимаю S на клавиатуре и задаю размер таким образом, как нужно. Теперь подбираю положение этого файла. Еще немножко крупнее сделаю. Есть. И вот когда мы его расположили так, как нужно, все, что теперь нам нужно сделать, так это этим инструментом проекции начать работу. Единственное, у него, у этого инструмента проекции, используется узор. Я его отключу, потому что мне он не нужен здесь. И после этого я, в принципе, могу обычно, как я это делаю кистью, начать процесс рисования. В результате, соответственно, моя текстура должна будет начать проецироваться на мою геометрию. Давайте сейчас временно спрячем трафарет, отключим W. Есть. Да? Вот проекция у нас выполнилась. Она выполняется на обе стороны. Видите, и здесь, благодаря тому, что стоит режим симметрия у этого инструмента. Единственное, что мне сейчас не совсем нравится, так это качество этой текстуры. Хотя вроде бы мы задали его, в принципе, не маленьким. Вот отображается он здесь далеко не в самом лучшем качестве. Давайте посмотрим, как это дело выглядит в реальности, чтобы точно убедиться. Значит, все текстуры, все слои, которые мы с вами создаем для рисования, они сохраняются в папке проекта нашей программы. Поэтому если я вот сейчас вернусь в нашу папку проекта, в папочку Moodbox 2012, вот здесь мы работаем с последним файлом 03DinaTechVip01. Я в прошлый раз говорил о том, что каждому файлу соответствует, во-первых, файл резервной копии с расширением bug. Это точно такая же сцена, просто с другим расширением. Если файл вдруг, не дай бог, испортится, вы всегда можете этот bug переименовать в Moodbox, и в результате он будет как обычная сцена. И помимо этого еще есть и папка. Папка, внутри которой хранятся как раз такие текстуры, связанные с этим файлом. Поэтому, зайдя в эту папку, среди набора стандартных файлов, которые нужны непосредственно самой программе, мы в будущем будем видеть материал. Не видим мы его сейчас по той причине, что процесса сохранения у нас еще не произошло, поэтому файл и не записался. Давайте сейчас сохраним нашу сцену. Меню «Файл», «Save Scene», командой выполним процесс сохранения. Сейчас идет процесс записи, вот в левом нижнем углу программы, тут статистики видно. Все ready, информация эта записана. И вот по идее теперь в этом файле мы с вами увидим нужный наш материал. Значит, смотрите, среди прочих вот других заготовок у нас появился вот такой вот файлик с названием Ice Material Ice Color. То есть данный параметр, данное имя, оно соответствует всем тем названиям, которые у нас с нашими материалами связаны. Значит, присутствует имя материала в названии Ice Material. Мы его так в прошлый раз с вами именовали. А дальше идет название канала Ice Color. Вот это вот тот файл, внутри которого хранится вся информация. Давайте его сейчас откроем
два раза по нему щелкнем, он в результате у нас загружается, открывается. И вот как он выглядит, да, то есть смотрите, в самом-самом низу, вот здесь, у нас отображается с вами маленькая крошечная текстура нашего глазика. Почему так происходит? Дело в том, что мы когда с вами создавали развертку нашей геометрии, напомню вам, развертку мы можем посмотреть в, вот здесь вот в UV-виде, вот он UV-вид, мы создавали ее вместе со всеми остальными частями геометрии. То есть этот кусок геометрии имеет точно такое же расположение, как и все остальное. То есть, если мы с вами создаем маленький файл, то из этого файла, вот мы создали файл, помните, в канале он имел у нас размеры 1024 на 1024, когда мы задавали слой рисования. То есть вот 1024 на 1024 это весь непосредственно текстурный квадрат, то есть текстура текстурного квадрата. И из этого текстурного квадрата у нас всего лишь вот эти вот крошечные части используются. То есть можно посчитать, что это, ну я не знаю, одна может быть там 50-я от общей части. Поэтому реально качество этой текстуры здесь очень плохое. Мы и так ее очень маленькую задали. А так как глаза эти сами по себе еще небольшие, то в результате у нас тут получается далеко не красота. Поэтому мы с вами и видим в трехмерном виде вот такую вот размытую текстуру. Проблема именно в этом. Исправить это можно тем, что просто-напросто увеличить размер нашего канала. Единственное, переназначить мы его уже не можем. Поэтому нам придется с вами его удалить и переделать заново. Я выделяю этот канал, вот здесь есть кнопочка «Ведерко», щелкнув по ней, мы с вами удаляем канал цвета, он уходит у нас отсюда, вот, и по идее он в будущем должен будет вычиститься и отсюда. Пробуем сейчас сохранить, посмотреть на результат. Нет, видите, он программа его оставляет, тут тоже такая не очень хорошая ситуация, потому что те лишние файлы в будущем могут тянуть за собой проблемы. Поэтому или нам нужно его именовать точно так же, чтобы эта текстура перезаменилась, или нужно удалять, тогда будет его вручную. Видите, Moodbox сам его не вычищает. Но мы сейчас с вами создадим точно так же новый канал, единственное, я теперь задам ему размер больше. Значит, раз у нас там такое большое поле, то я, соответственно, возьму максимальный размер текстуры 4096. Все остальное оставляю так же, как было, и даю ему имя. Имя дам точно такое же, как было только что до этого. Это в будущем, я думаю, должно перезаписать этот наш файл, который у нас тут был создан, и хранить в нем информацию значительно лучше. Итак, давайте еще разок вернемся к нашему инструменту проекции. Я его включаю, я включаю мой трафарет. Через W включаю сетку. Стараюсь подобрать ракурс такой, чтобы эта текстура у меня спроецировалась так, как нужно. Так, отлично. И вот теперь могу начать процесс рисования. Вот то, что делает инструмент проекции. Он просто-напросто проецирует выбранный файл на поверхность той геометрии, на которой мы сейчас с вами этот процесс рисования выполняем. Вот в результате, что у нас получается. Вот таким вот образом. Значит, мы покрыли только с вами одну часть, поэтому не будет лишним проработать еще дополнительные части. Я снова возвращаю мой трафарет к отображению, переворачиваю геометрию и подбираю какой-нибудь один из ракурсов, вот этот, где у меня, допустим, край. И здесь, соответственно, могу теперь нанести вот эти вот части. Мне нет смысла полностью покрывать фактуру глаза, потому что мы с вами все равно ее видеть не будем. Она только у нас видна частично, дальше она закрыта геометрией головы, его брови. Вот, ее полностью перекроет. Поэтому так, я немного только лишь видимую область стараюсь покрывать. Так,
Так, есть. Через Q я прячу трафарет. Вот что получилось. Чтобы видеть, все ли у нас в порядке, мы с вами можем просто-напросто вернуть геометрию нашего тела, body. И мы, соответственно, с вами увидим, как эта текстура у нас расположилась. Правильно или неправильно. Вот, хорошо ли или нехорошо она отображается. В принципе, вроде бы как неплохо, но хотелось бы эту часть все-таки видеть чуть-чуть лучше. Давайте я сейчас геометрию тела заблокирую. Вот, и возможно сейчас трафаретом мы с вами перерисуем эту часть. То есть, как бы возможностей по корректировке у вас огромное количество. Значит, сама эта линия сейчас тоже не очень хорошо отображается. Мы давайте наш трафарет немного изменим. Так, подъедем поближе. Раз. Теперь возьмем, зажмем буковку S. Провернем. Вот, и возможно даже с помощью тоже буквы S и правой кнопкой мышки немного уменьшим размер. Вот так. Допустим, я могу просто взять его перерисовать. Через Q можно снова спрятать. Так, и здесь она у нас отображается так, как нужно. Опять-таки, то есть для близкого ракурса, видите, все равно немножечко не очень качество хорошее. Вот, это связано с тем, что у нас просто маленький кусок на нашей раскладке покрывается глазом. То есть, если бы мы делали для него отдельную раскладку, тогда мы действительно могли бы взять меньше размер файла, там 1024, как мы и делали, и тогда бы, соответственно, нам этого вполне бы хватило. Но так как эта раскладка глаза сделана в общей раскладке тела, то работает она с общей текстурой, поэтому тут приходится остальные параметры уже видоизменять. Хорошо, вот мы основу с вами положили. Дальше, для того, чтобы чуть получше эту часть проработать, мы можем дополнительно эту текстуру еще видоизменить какими-то другими инструментами. Вот. Ну, например, вот одни из инструментов корректирующих – это два инструмента с названием Dodge и Burn. Вот. Инструмент Dodge позволяет нам геометрию осветлять, текстуру, позволяет текстуру осветлять, инструмент Burn позволяет ее, наоборот, затемнять. Вот я, допустим, воспользовавшись инструментом Burn, все, работа закончилась. Сейчас тогда через минутку перезапустим его. Итак, значит, наши два корректирующие инструмента, Dodge и Burn, занимаются первые Dodge осветлением, Burn затемнением текстуры. Вот я сейчас включил инструмент Burn, я хочу немножечко края текстуры сделать чуть-чуть темнее, то есть создать на ней искусственное такое состояние, как бы полутени такой некой. Значит, включив этот инструмент, у него среди настроек, которые нам уже знакомы, там режим симметрии, силы, размера, есть несколько новых уникальных параметров, с которыми мы раньше не встречались. Первая группа настроечек, эффект, она позволяет указать, на какие пиксели мы будем оказывать влияние этим инструментом. В этом выпадающем меню есть три значения, ну, три разделено на три, либо там тут есть четвертый вариант на все сразу. Значит, третье значение Highlights, Midtone и Shadow – это обычное деление тонового диапазона. То есть все пиксели в любом файле можно всегда разделить с точки зрения тона на три явных части. Первое – это область бликов, она называется Highlights, то есть это самые яркие участки в нашем изображении. В нашем случае, например, такими бликами является вот этот белый фрагмент, который находится вокруг непосредственно зрачка нашего динозавра. То есть яркие пиксели. Второй диапазон – это mid-tones, это средние тона. Средние тоны – это то, что находится между одним и вторым крайним диапазоном. Один из этих диапазонов называется highlights – блики. Второй называется shadows – тени. Это самые темные пиксели. А между светлыми и темными участками лежат mid-tones – это область средних по яркости точек в нашем файле. Как правило, область бликов и теней, количество точек, которые относятся к бликам и к теням, их значительно меньше. Больше всего в изображении обычно области средних тонов, mid-tones.
Поэтому тут я могу конкретизировать, на что хочу оказывать влияние. Если, например, мне нужно проработать светлые участки на текстуре, мне лучше выбрать highlights, тогда я быстрее на них буду оказывать влияние, их затемнять. Если мне нужно еще темнее сделать темные пиксели, я выбираю shadows и затемняю тогда их. Или если хочу там средний диапазон, например, то выбираю midtones. Или можно выбрать режим all, тогда мы без каких-либо ограничений будем одинаково равномерно на все вокруг оказывать влияние. Еще один важный параметр у этого инструмента – параметр exposure. Это сила влияния, сила вот как раз затемнения. Данный инструмент затемняет, и вот тут указывается, как сильно этот процесс будет выполняться. То есть я выбираю кисть, и вот мы можем здесь вот аккуратно по краю начать это делать. Смотрите, как только я вот данным инструментом работаю, сразу видно, что вот участки у меня темнее становятся. Чем, соответственно, сильнее я здесь прокручиваю, тем темнее и темнее они будут становиться. То есть вот в чем его суть. Поэтому я с небольшой силой параметр Strength уменьшу, немножечко вот его края обработаю. Так, чуть-чуть тут их немножко так вот затемню по контуру. Ну, у него здесь нет такого понятия, как мягкость границы, да, обычная кисть. Если у программы Photoshop есть понятие мягкости, например, здесь такого момента нету, поэтому... Когда я наметил основу, в принципе, там тело уже можно спрятать, я уже эту линию буду видеть. Если нужно, могу ее тут продолжить, допустим, за пределами этого. То есть вот такое искусственное затенение мы создаем. Оно немножко интереснее подчеркнет контур глаза наш. Есть. В то же самое время центральную часть можем немножко высветить. Для этого включаем инструмент Dodge, который занимается осветлением. У него инструменты и настройки точно такие же. Тоже диапазоны, тоже сила, размер, сила влияния. Сбрасываем ее тоже вниз, потому что 100% уж слишком резкий дает результат. И нашу центральную часть немножечко высветляем. Ну, например, вот так. Вот как в результате сейчас выглядит наш глаз. То есть я думаю, что ближе, чем вот такой ракурс, мы вряд ли будем его показывать. Поэтому для такого расстояния он очень неплохо читается. Он даже неплохо будет отображаться при крупных, например, там рендерах головы. Вполне нормально. Если, конечно, там уже делать такой рендер, то мы тогда увидим, что качество текстуры здесь далеко не идеально. Решается это только лишь тем, что нужно для этого глаза делать отдельную развертку. Вот, не выносить ее на общую развертку с тела, тогда проблема будет решена. Вот таким вот образом. Вот, соответственно, с глазом мы с вами, в принципе, разобрались. Последнее, что можно еще сделать, так это немножечко изменить сам материал глаза. Вот я возвращаюсь к нему, Eyes Material. Здесь, смотрите, параметр Diffuse изменился. До этого, вот, например, взять даже там материал тела, он отображается в качестве цвета, потому что материалу еще не присвоен канал. Вот. А когда нашему вот этому материалу присвоен канал, то параметр Diffuse уже меняется на другое отображение, вот такое вот поле, где, по идее, можно задать путь к файлу. Но он задается автоматически, поэтому менять его смысла нет. А мы, допустим, для того, чтобы создать влажную поверхность глаза, потому что, как правило, она покрыта оболочкой, вот, можем с вами воспользоваться параметрами вот спекуляра и параметрами рефлекции, посмотреть, что тут лучше даст нам результат. Так, давайте даже, наверное, тело пока спрячем. Ставим только лишь глаз. Вот, я щелкаю по образцу спекуляра, мы сможем с вами его двигать ближе к непосредственно светлым участкам, тем самым мы усиливаем блик. Видите, на его поверхности. Так. И еще один из вариантов, можно, допустим, reflection, то есть параметр, отвечающий за силу отражения, reflection strength тоже увеличить. Но опять-таки, все, что мы сейчас делаем с вами, это, в принципе, вещь, которая будет применяться только в программе Moodbox, потому что в Max потом эти атрибуты не передадутся, нам нужно будет там заново перестраивать.
Поэтому здесь просто так, для более, скажем так, лучшего восприятия, мы можем с вами этим воспользоваться. Для отражения используется файл, вот здесь вот наверху есть путь Reflection Map, это, соответственно, путь к файлу, который временно используется для отражения. Опять-таки, это стандартный файл, который в стандартную поставку входит программой Moodbox. Вот, но он позволяет вот как раз получать эти эффекты, такую иллюзию отражения. Видите, вот линия, она у меня плавает, то попадает, то не попадает. Хорошо, но основная текстура у нас получена, поэтому, в принципе, на этом можно сделать остановку с нашим глазом. Вот, не так много здесь работы. Итак, давайте сохраним нашу сцену. И вот теперь можем с вами заняться непосредственно тем, что подготовить текстуры, которые в будущем будем с вами использовать для создания текстур для поверхности наших рогов и для тела. Я пересохраню мой файл. Когда файл сохраняется, то, соответственно, появляется и новая директория. То есть теперь мы работаем с новым файлом, появилась новая директория. Нужно тоже не забывать переходить в нее, если вы хотите видеть адекватную версию текстуры, которую вы создаете, вот, потому что в старых папках эта информация уже не обновляется. Вот как выглядит текстура глаза в финальной версии. Хорошо, теперь программу Moodbox мы с вами можем закрыть, потому что следующую часть работы мы с вами будем проделывать в программе Photoshop. Система здесь будет аналогичная, нам нужно будет найти некоторую базу, основу, для того, чтобы в будущем на базе этой основы получить текстуру. Единственное, в отличие от глаза, нам тут теперь придется сделать несколько... использовать чуть иной подход. Дело в том, что глазу совсем не принципиально было, текстура имеет границы или не имеет, потому что мы с вами наносили ее только лишь на один небольшой фрагмент. Что же касается рогов и в будущем текстуры тела, мы будем с вами один маленький кусочек текстуры использовать для того, чтобы покрыть огромную поверхность. И поэтому нам очень важно создать текстуру не просто правильную с точки зрения рисунка на ней, а с точки зрения того, чтобы она у нас была так называемая затайленная, то есть не имела шва, была бесшовной, чтобы мы ее могли повторять многократно и не видеть резкой линии, которая показывает линию стыка одного края текстуры с другим. Вот поэтому таких вот несколько задач нам нужно будет с вами воплотить. Ну что, давайте опять-таки начнем с некоторой базы. Нам нужно взять несколько текстур в качестве основы. А дальше, соответственно, после этого мы уже сможем их использовать как некую конструкцию для того, чтобы построить новую текстуру. Начнем с этого ресурса cgtextures.com, с которым довольно-таки часто приходится работать. Посмотрим, может ли он нам что-то предложить в качестве заготовок для нужных нам текстур. Значит, возможно, мы здесь прям явной такой категории не найдем. Вот, но будем искать нечто похожее, то, что плюс-минус может соответствовать тому, что нам нужно. Давайте заглянем, допустим, вот в категорию конкрет, вот сюда, бетон. Возможно, мы какую-то основу можем взять отсюда. Хотя, как бы, прямую ассоциацию здесь не проведешь. Рога к бетону имеют последственное отношение. Вот, но тем не менее. Просто сама структура может быть очень интересная, а дальше мы ее уже доработаем до нужной нам. Вот. Наша задача найти какой-то неравномерный такой файл, в то же самое время, чтобы он не был слишком уж там с какими-то сильными искажениями природными. Вот. Нам это не нужно, мы если захотим, будем добавлять их сами вручную. Тут их довольно-таки много, но в принципе я думаю, что мы с вами можем за основу взять какой-то один. Давайте вот это тут посмотрим. Это изображение. Может быть, вот это еще возьмем.
Значит, многие файлы здесь уже имеют такое понятие, как бесшовность. Вот, их можно брать уже в бесшовном состоянии. Вот, в частности, первая миниатюра имеет такое вот обозначение tiled, значит, что она не имеет шва, она уже замощенная. Тут, кстати, есть возможность сделать превью этого режима. Откроется такое окошечко, где вы, используя вот описанные клавиши для навигации, можете посмотреть, как эта текстура повторяется на поверхности и увеличить степень повторяемости ее. Таким вот образом. Давайте вернемся обратно к нашей текстуре. Так, а есть, соответственно, файлы значительно большего разрешения. Дело в том, что вот эти файлы, видите, они для, допустим, базового аккаунта доступны только лишь в небольшом разрешении, 700 на 700 пикселей. Все остальные требуют дополнительных аккаунтов. Но, с другой стороны, у нас есть такие же изображения, вот точно такое же изображение. Разница только в том, что это изображение не бесшовное. Вот. Но зато мы можем его выкачивать в значительно больших размерах. Вот. Поэтому я предлагаю этим воспользоваться для того, чтобы получить такую вот основу. Давайте, наверное, мы с вами скачаем довольно-таки... Хотя посмотрим, нам, в принципе, слишком уж большой он тоже не нужен, потому что мы все равно будем с вами его замощать. Поэтому я, наверное, воспользуюсь средним размером. Итак, наша задача сейчас эти файлики собрать в некую библиотеку. Мы воспользуемся той же самой папкой, куда мы в свое время сохраняли файлы, которые использовали для создания текстуры глаза. А после будем уже разбирать их из той директории. Здесь та же самая конструкция. Есть файл уже готовый с маленьким размером. Есть, соответственно, файлы, которые просто сфотографированы, не имеют, вернее, будут иметь шов. Вот, но зато их размер позволит нам их более интересно использовать. Давайте вот такой файл возьмем. Точно так же его скачиваем. Отлично. Вот у нас два файла, которые дадут нам основу, базу для наших рогов. Мы вполне можем эти файлы взять. Хорошо. Теперь дальше, перед тем, как мы с вами коснемся непосредственно создания текстуры, хотелось бы увидеть некую основу. Очень хорошо всегда видеть, что вы хотите создать. Если это какая-то поверхность, какая-то текстура, с которой вы часто очень встречаетесь, видите ее и четко знаете, как она выглядит, то замечательно. Но если, допустим, эти моменты вам неизвестны, непонятны, то бывает неплохо найти что-то похожее в жизни, предметы вас окружающие, либо, допустим, те же самые фотографии, если нет возможности что-то рассмотреть вживую. Вот. И на базе этих моментов понять уже, как ведет себя поверхность. Вот, допустим, для того же самого, например, для поверхности этих рогов, да, мы можем взять за основу текстуру бивня, посмотреть на фотографию бивня или, допустим, там клыков непосредственно этих, господи, слонов. Вот. Ну, слоны, мамонты, да, то есть, в принципе, потому что мамонтов-то тоже, скорее всего, оригинальных фотографий не будет, да, тоже это будут, скорее всего, рисунки какие-то, вот, то есть, опять-таки, реализм в них с точки зрения автора только присутствует. Поэтому давайте возьмем что-нибудь на примере бивни и слона. Хотя у слона, в принципе, это на самом деле зубы, а не бивни. Вот. Но тем не менее, фотографии также можем сразу отсортировать по размеру. Так, чтобы просто увидеть некоторое в таком более крупном виде, ну, насколько это получится. Вот, возможно. Вот, то есть наша задача просто посмотреть, как ведет себя поверхность. Вот фотографии это хорошо покажут. Какая она вообще, какие цвета используются, а как она реагирует на свет, на прочие другие вещи. Поэтому фотографии здесь могут быть нам очень хорошим подспорьем. Вот, возможно. Ну, достаточно, то есть нам не обязательно здесь их огромное количество. Несколько таких вот ракурсов уже видно. То есть, например, даже по этой фотографии сразу видно, что они у нас особо не бликуют. То есть поверхность довольно-таки матовая. Это тоже в будущем позволит нам с вами воссоздать эту поверхность как можно лучше и точнее.
Где-то, видите, они там очень старые. Ну, все, конечно, зависит от возраста животного, конечно. Так, ну, кстати, вот это, между прочим, изображение, оно, по всей видимости, это какое-то искусственное. Не, хотя, не, вроде нет. Что был блик, показалось, что... Ну, тут, кстати, видно очень, видите, есть даже укрупненный ракурс поверхности, но нам так уж сильно углубляться в нее не стоит. Вот это хорошее изображение. Так, отлично. Значит, давайте теперь займемся непосредственно созданием нужной нам структуры, да? Наша задача — открыть материал наш и после этого проработать с нашими текстурами. Значит, задачи две перед нами. Первая – попытаться создать поверхность, которая будет близка и похожа на ту поверхность, которую нам нужно получить. Это раз. А второй момент – сделать эту текстуру бесшовной, для того, чтобы в будущем мы могли ей легко и просто покрывать поверхность без необходимости заботиться о том, правильно она стыкуется или неправильно. Так, значит, откроем первое, вот эти два наших файла, которые дадут нам основу. А после этого можно, хотя, может быть, даже этим мы изображение отдельно откроем. Так, есть. Вот открылись у меня эти два файла. Первым делом, что я делаю, я их смешиваю. Я очень часто при построении текстуры люблю между собой смешивать изображения, потому что очень часто при таком смешивании они дают неплохую основу, какую-то, от которой уже гораздо проще и легче отталкиваться. Вот, значит, сделаем таким образом. Я один из файлов копирую и переношу на файл второй. То есть, например, вот один документ открыл, я нажимаю Ctrl-A, создаю выделение по всему документу, Ctrl-C, стандартная комбинация копирования, вот в меню Edit эти команды все присутствуют, Cut, Copy, Paste, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, все это вам знакомо по работе с операционной системой Windows, работает оно и здесь. Копирую этот файл, могу его закрыть и вставляю сюда, Ctrl-V, он помещается поверх этого файла. Они абсолютно одинаковые по размеру. Ну, практически одинаковые, поэтому идеально ложатся. Чтобы, допустим, там это проверить, я, выделив мой верхний слой, нажимаю Ctrl-T. Комбинация Ctrl-T – это команда Free Transform, команда, которая совмещает в себе все команды трансформации, которые есть, они находятся чуть ниже. Вращение, масштабирование, искажение. Free Transform – такая универсальная команда. Вот. Когда мы ее применяем, появляются маркеры, вот мы можем непосредственно менять размер нашего файла, но нам все менять не нужно. Поэтому я просто нижнюю границу подтяну сюда, к моему документу, и клавиша Enter заканчиваю эту трансформацию. Вот сейчас у меня в палитре слоев видно лежат два документа, один слой поверх другого. И вот для того, чтобы теперь смешать их между собой, я могу воспользоваться вот этими режимами наложения. Но перед этим сразу, наверное, избавлюсь от швов, чтобы в будущем даже в этом моменте не думать, особо не париться. Хотя тут два варианта. То есть, если мы сейчас это будем делать, то нам нужно тогда это проделывать как с первым, так и со вторым файлом. А возможно, мы можем это сделать и после, уже на финальной версии. Давайте, наверное, там тогда и посмотрим. Поэтому сразу займемся тогда смешиванием. Здесь нет такого четкого правила, вот этих режимов наложения, какой в какой ситуации подбирать. То есть, лично я всегда это экспериментом делаю, их не так трудно перебрать. Для этого курсор мышки переводим в это поле, чтобы оно стало активным, и дальше стрелочкой вниз на клавиатуре перебираем разные режимы. То есть разные режимы по-своему смешивают и накладывают цвета пикселей один на другой. Вот. И так очень часто в процессе такого вот эксперимента можно получить какие-то интересные, необычные результаты, на базе которых можно уже, скажем так, получить какую-то основу. А дальше от этой основы отталкиваться для получения других вещей. Вот мы опустились в самый низ, слой Luminosity – это самый последний слой. Вот, я снова вернусь наверх, а перед этим еще сделаю вот что. Хочу открыть файл с изображением нашего бивня. Сейчас посмотрим.
посмотрим, может быть такой какой-то открыть. Вот это так выглядит ничего. И не сильно старый, и не очень новый. Вот, я делаю его чуть поменьше и заставляю этот файл, заставляю это окошко отображаться поверх других окон. Always on top, очень замечательный режим в этом просмотрщике, который позволяет ему быть поверх других окон. При этом у нас есть возможность с вами работать с нашим файлом, основным нашим файлом. При этом видите и это изображение тоже. Значит, файл вот этот наш, с которым мы будем работать, давайте, наверное, тоже пересохраним. Это тоже очень хорошее правило, сохранять всегда в PSD формате всю ту работу, которую вы делаете, потому что PSD, в отличие от других форматов, сохраняет все, и слои, и все абсолютно другие манипуляции. Еще разочек пройдусь по режимам. То есть я бы хотел, что здесь получить? Я бы хотел, чтобы поверх одного файла отображался рельеф какой-то с другого файла. Ну вот, например, что-то типа такого. Только, возможно, сделаю с помощью параметра Opacity не так ярко этот мой второй слой. Ну, как-то так. То есть это дает мне какие-то мелкие, такие неровные, неравномерные детали на поверхности. Есть. Вот, допустим, база у меня получена. Теперь, чтобы с ней дальше экспериментировать, мы можем снова вернуться к дополнительным командам цвета и тоновой коррекции. То есть видите, что здесь у нас действительно пока все выглядит как бетон, нам нужно приблизиться к вот такому вот желтому оттенку. Вот. Как мы это можем с вами сделать? Тут вариантов несколько. Значит, можно пользоваться командами цвета и тона коррекции, а можно воспользоваться, например, такой вещью, как заливочным слоем. Внизу палитры Layers есть такая кнопочка, предоставляющая доступ к разным типам слоям, слоев, вернее, которые вы можете применять. Вот один из них — это Solid Color, это заливочный цвет. Это цвет, который позволяет нам одним каким-то цветом залить весь наш документ. Здесь я могу подобрать нужный мне оттенок цвета, скажем так, приблизительно хотя бы в ту область немножко попасть. Есть. А после того, как это сделано, мы опять-таки можем воспользоваться режимами наложения. Для этого слоя подобрать тот режим, при котором этот цвет как-то интересно ляжет поверх нашей текстуры и приблизить ее больше к тому, к той фактуре, которая нам с вами нужна. Так, вот, кстати, интересный вариант, но параметр Opacity можно его уменьшить. Вот, и тогда мы немножечко приблизимся с вами ближе, значительно ближе к тому, что у нас получено здесь. Дальше снова можно заняться дополнительными корректировками, например, применить в качестве корректирующего слоя команду Brightness Contrast. Еще раз напомню, что чем отличаются корректирующие слои от обычных команд корректировки, которые вы можете найти в Image Adjustments. Разница в том, что эти команды, они применяются к слою, и фактически они его, ну, скажем так, в кавычках портят. Они применяют действие, и это действие уже не отменить в будущем. Если вы слишком далеко ушли по истории действий, то все, возврата назад нет. А корректирующий слой в любой момент может быть выключен, и, соответственно, влияние его на модель, на файл уходит. Поэтому в этом плане корректирующие слои предпочтительнее, потому что у нас с вами возможностей по корректировке, по манипуляциям значительно больше. Вот здесь тоже пытаюсь некую такую конструкцию получить. Так, есть. Еще один из вариантов, можно воспользоваться, допустим, командой Color Balance. Тоже интересная команда, которая позволяет нам баланс делать в разных цветах и в разных тоновых диапазонах. Например, здесь вот на бивне видно, что некоторые его части, которые темные, они не совсем вот так темно-желтые, они какие-то темно-оранжевые, скажем так, такие темно-коричневые цвета присутствуют. Здесь у меня наоборот желтый. Поэтому как один из вариантов я вот могу воспользоваться этой командой для корректировки. Мои темные участки имеют отношение к области теней, shadows, поэтому я выбираю ее здесь, shadows, то есть буду оказывать влияние на темные участки. Вот. А после этого могу выполнить корректировку здесь вот бегунками. То есть, например, попытаться сместить мои темные пиксели больше в область красного. При этом здесь все находится в балансе. Команда не зря называется Color Balance, потому что она баланс между цветами позволяет задать. Вот. Поэтому обычно увеличивая другой, нам приходится этот баланс восстанавливать за счет других движений. Так, например, как-то так. Вот оттенки красного тут появились. А для ярких участков
highlight и mid-tones мы, наоборот, можем добавить больше желтого. Вот, например, где-то как-то так. Вот в результате наш файл, ну, пусть не 100%, но довольно-таки неплохо приблизился к тому, что нужно здесь. То есть вот уже некая основа получена. Вот. И преимущество в том, что в любой момент мы всегда с вами можем выполнить корректировки, что-то отключить, перестроить, поменять и запросто вернуться к оригинальному файлу и исправить его. Значит, вот мы основу получили. Теперь момент следующий, который здесь присутствует, это то, что нам нужно избавиться от границ, которые сейчас у этого файла есть, он у нас не является повторяющимся. Как мы это можем сделать? Значит, команда, которая позволит нам решить проблему с повторением, работает со слоем, поэтому применить ее к целой куче слоев в группе мы не можем с вами. Поэтому проблема решается следующим образом. Я выделяю все слои и копирую их. Для этого, когда они выделены, я, щелкая по ним левой клавишей мышки, перетаскиваю их на кнопку нового слоя. В результате создается копия. После того, как копия слоев создана, я через меню Layer эти слои склеиваю в один, командочкой Merge Layers или комбинацией Ctrl-E. В результате все эти слои совмещаются в один финальный слой со всеми настройками и эффектами, которые есть. То есть, разницы нет, я работаю с этим файлом или с группой этих слоев. Эти слои я всегда оставляю по той причине, что если вдруг они мне в будущем понадобятся, я всегда к ним вернусь и их откорректирую. То, что мне не нужно, я могу преобразовывать, там как-то перестраивать, например, ту же самую папку мы можем с вами создать. Здесь вот внизу есть такая вот папочка группы. И эти файлы можем перенести туда. Ну, практически все, за исключением нашего нижнего background слоя, потому что он у нас не переносится. Или оставлять его, или можно двойным щелчком сделать его слоем обычным. И тогда его тоже можно забросить сюда. Вот в результате они все у нас в этой папке. Теперь я могу их спрятать, выключить, если они мне не нужны. Я работаю только с этим моим слоем. И вот теперь к этому слою я уже могу применить нужную мне команду. Значит, в программе Photoshop есть замечательная команда, которая находится в меню «Фильтр». В категории «Other» она не попала во все остальные категории. Носит она название «Offset» – «Смещение». Эта команда как раз позволяет нам смещать наше изображение и выводить в центр изображения нашу линию шва. Я захожу в эту команду. В результате открывается окно, где у меня есть два вот таких вот поля. В верхнем задается смещение в пикселях по горизонтали в правую сторону, а здесь по вертикали вниз. То есть, если поля эти в нуле стоят, обычно по умолчанию так происходит, никакого смещения нет. Но стоит нам его начать двигать, как наша граница будет смещаться в сторону, и вот вы видите, что вот появилась линия шва. То есть, что программа делает? В зависимости от того, как заданы настройки границы, по умолчанию они стоят в режиме wrap around, то есть замкнуть их справа налево, ну и сверху вниз. В этом режиме граница с этой стороны переносится сюда. То есть сейчас то, что я вижу с этой стороны, идеально стыкуется с тем, что я вижу с этой стороны. То есть текстура бесшовная уже. Но проблема в том, что вот тут есть то старый шов, от него нужно избавиться. И первый шаг для того, чтобы от него избавиться, это вывести его в центр изображения. Я это сделал по одному направлению текстуры, теперь делаю по второму. Вот в результате появляется линия, которая соответствует вот этому шву с другой стороны. То есть теперь, если мне избавиться от этих швов, все, у меня получилась бесшовная текстура. Остальные режимы в основном такие, специфические. Лично я для себя их применения не вижу. Поэтому в нашем случае именно wrap-around режим нам нужен. Нажав ОК, мы с этим файлом сделаем вот такую вот вещь. То есть вот теперь линия моего шва, она здесь не так четко видна, как в других, возможно, случаях, но все равно присутствует. Исправить ее мне поможет инструмент клонирования. В программе Photoshop есть их несколько. Это инструмент вот Clone Stamp Tool. Его главное отличие в том, что он просто копирует участки с одного изображения и с одной части изображения и переносит на другие. Вот. Но лично я люблю больше пользоваться инструментом с названием Healing Brush Tool, так называемая восстанавливающая кисть. Он работает аналогично клону, с той только разницей, что он не просто банально переносит пиксели с одного участка на другой, а он еще позволяет новые пиксели, которые мы переносим, гармонично вписать в то место, куда они интегрируются, с учетом яркости и контраста того участка. Поэтому процесс тут гораздо лучше получается. Я включаю этот инструмент, я создаю новый слой. То есть у меня сейчас уже вошло в привычку работать в недеструктивной манере. Этот
Это значит, что я всегда использую слои, то есть в случае чего я всегда его отключу и вернусь к оригинальному файлу, то есть стараюсь не портить файлы. Поэтому мой файл оригинальный находится снизу, сверху находится файл дополнительный, на котором я буду убирать шов. В настройках инструмента Helling Brush важно задать, помимо непосредственно там размеры, формы кистей, ну, во-первых, можно сделать параметр hardness, отвечающий за жесткость. Можно ее убрать в ноль, это создаст мягкую кисть с мягкими краями. Жесткость стопроцентная делает ее резкой, и тогда эта граница может быть видна. Когда мягкая, она гармоничнее интегрируется. И очень важный параметр, вот здесь с правой стороны в категории sample выбрать параметр all layers. Все слои, потому что по умолчанию у этого инструмента стоит current layer, то есть он может копировать и переносить только в пределах текущего слоя. Но этот слой у меня пустой. Поэтому или мне нужно работать только на этом слое, тогда этот режим current layer будет работать нормально, но тогда я порчу мое изображение. Снова опять-таки. Поэтому я буду работать на новом, а в выпадающем меню выбираю all layers, то есть работать со всеми слоями. Теперь задаю размер кисти с клавиши Alt, я это могу сделать. Alt и правая кнопка мышки. Вот. А что я делаю теперь, так это просто с кнопочкой Alt указываю точку, точку, с которой я буду производить копирование. Вот я щелкаю здесь, оп, эта точка запомнилась, и вот теперь она у меня за курсором мышки движется. Тут может быть не очень хорошо видно, но этот кусочек у меня перемещается. Давайте возьмем какой-то другой участок. Возможно, тут лучше чуть будет видно. Вот, я выбираю какой-то участок на моей текстуре, и после этого этот участок стараюсь переносить вот сюда. Тем самым закрываю шов. Я не просто прохожу по линии шва, а захватываю еще участки вокруг. Так как эта программа интегрирует этот инструмент, интегрирует пиксели, ему требуется некое время на анализ того, как эти пиксели нужно вписать в новое место. Дальше я выбираю следующий участок и покрываю дальше. И в результате мой шов постепенно сходит на нет. При копировании старайтесь учитывать такой момент, чтобы копировать с тех участков, которые более-менее похожи на то, что вы пытаетесь закрасить или закрыть. Тогда этот процесс значительно лучше будет получен. Старайтесь также не копировать какие-то явно повторяющиеся части. То есть, например, у нас тут есть такая вот точка, которая явно выделяется на этой текстуре. Если вы будете копировать ее, то эти точки будут везде. И чем больше вот таких вот явно выделяющихся моментов на вашей текстуре, тем, соответственно, визуальнее, более заметно будет, что вы что-то замазывали, что-то закрывали, и то, что текстура все-таки повторяемость имеет. Потому что на самом деле закрытие шва еще не один момент, не единственный момент, вернее, который нужен для создания бесшовной текстуры. Вот шва уже нет. То есть, если я отключу, вот как выглядит моя корректировка. Вот тут, кстати, видно, я чуть-чуть не доработал. И вот здесь вот в центре тоже. Отлично, я до самых краев не доводил сюда его, видите, это сделано по той причине, чтобы тут же у нас точки уже стыкующиеся. Поэтому если вы слишком резко их замажете, у вас снова могут быть здесь видны части швов таких небольшие. Поэтому сильно до границы старайтесь не доводить. И дальше вторым моментом еще, это нужно избавиться от явно повторяющихся, выделяющихся фрагментов. В нашем случае это только вот эта вот точка, остальное в принципе тут особо не выделяется. Поэтому я закрываю ее, и вот финальный результат. Опять-таки вы можете проверить, склеивая эти слои, и снова применив команду Offset, вы не должны уже видеть шва. Ну вот, допустим, выделив, я снова делаю копию, Ctrl-E, склеиваю эти слои, отключаю нижние, и к этому слою снова применяю команду Offset. Чтобы увидеть, где граница, можно включить временный режим Set Transparent, то есть вот тут проходит граница. Теперь снова вернуться в Wrap Around и посмотреть. То есть вы здесь визуально не должны видеть никаких линий, которые явно говорят о том, что эта линия у нас является линией шва. Вот тут немножечко есть в центре такой момент, поэтому я снова этот файлик чуть подправлю вот здесь вот в центре. Все, вот теперь моя текстура готова, сделана так, как нужно, я могу ее смело использовать. Значит, размер. Размер ее, в принципе, нормальный. Можно оставить. Значит, я сохраняю этот файл как PSD-файл, а в качестве непосредственно файла финального буду использовать другой. Поэтому я пересохраняю мой файл. Если это делать комбинациями, это Ctrl-Shift-S. Ctrl-S сохраняет текущий файл, а Ctrl-Shift-S в программе Photoshop позволяет вызвать команду пересохранения, Save As. Я выбираю TGA-формат, я в таком формате ввел предыдущие файлы.
делаем ему запись, рога, color. Нажимаем сохранить. Сохраняем как 24-битное изображение. 32 нужно, если есть альфа-канал. Информация о прозрачности, у нас ее нет. Поэтому оставляем все как есть. Так, хорошо. Вот, и можем пока программу с вами закрыть и заняться непосредственно проработкой наших рожек. Давайте запустим снова Moodbox. Загрузим наш файл и начнем работу. Так, значит, здесь нам в мудбоксе понадобятся только лишь рога. Тело мы можем спрятать, так же, как и глаза. А вернем к отображению нашу геометрию наших рогов. Так. Значит, по степени сглаживания можем подняться чуть повыше. Нам этот рельеф будет лучше видно. Вот это не тело, на теле у нас много деталей, поэтому там нам будет тяжело текстурировать при отображении всей этой детализации, а в рогах, в принципе, это можно сделать. Итак, значит, вот модель, наш слой этот выбран, да, мы можем с вами вернуться на Paint Layer и точно так же создать слой. Вот, так как, опять-таки, это у нас одна общая раскладка, что рога, что тело, что глаза, то я, соответственно, использую максимальный размер файла, чтобы точнее передать детали. Диффузионный цвет в качестве основы, TIFF, да, нажимаем ОК, и в результате наш канал создан. Теперь все, что осталось, так это снова вернуться к нашему инструменту проекции, трафарет загрузить. Опять-таки, в ситуации с рогами мы можем воспользоваться тем же самым просмотрщиком. Вот наш файл, который мы с вами создавали в TGA-формате. Можно его выбрать и использовать его как трафарет. Вот он появился здесь, значит, все в порядке. Возвращаемся на 3D-вид. Вот. Опять-таки, мы можем с вами в инструменте проекции воспользоваться симметрией, в данном случае, чтобы положить некую основу. А дальше уже будем смотреть. Так, я трафарет разворачиваю. И после этого начинаю эту проекцию наносить. Значит, проекция делается полностью на все участки, поэтому очень важно делать ее только на те участки, которые параллельны виду из камеры. Тогда, соответственно, и наноситься она будет так, как нужно. Size Trends. Ага, все, смотрите, у него у нас отменяю действие. Стоит параметр Use Stamp. Он использует непосредственно узор, поэтому из этого узора нам тоже он наносит текстуру неполноценно. Сейчас я это отключаю. Вот в результате нанесение пошло и быстрее, и лучше, и удобнее. Вот здесь, допустим, я уже разворачиваю мою геометрию, поворачиваю точно так же мой трафарет с помощью буковки S и начинаю текстурировать те участки, которые у меня с этой стороны идут. Отходим сюда и также дальше этот процесс продолжаем. Теперь можем сделать это на этой стороне, оно автоматически перенесется нам на противоположную сторону нашего рога. Так, вот здесь по краю еще надо пройтись, посмотреть, все ли тут хорошо. Вот, здесь мы не всегда с вами точно можем видеть, правильно мы наносим эту конструкцию или нет.
так уж мудбоксе происходит. Но посмотреть это наверняка мы можем с вами, используя UV-вид. Когда мы на него переключаемся, то мы с вами будем видеть сетку нашей геометрии. И вот здесь, вот если подъехать к ней поближе, вы можете увидеть, какие участки вы не покрыли геометрией. То есть смотрите, вот, например, участок, где мы текстуру не нанесли. То есть вот тут, вот этот край, например, имеет явные такие проблемные участки. На кончике вот текстура не очень хорошо отображается. Нужно, соответственно, эти фрагменты лучше проработать. В принципе, то же самое здесь. Вот, поэтому давайте вот пройдемся. То есть вот у нас первая линия, это она где-то в районе второй линии. У нас это происходит. Возвращаемся на 3D-вид. Вот, поэтому где-то вот здесь мы с вами... Вот, кажется, этот кусочек. Вот он светлым выделяется на фоне всего остального. В принципе, еще один из способов, хотя, конечно, сейчас уже, наверное, это... Ну да, сейчас уже поменять-то не получится, у нас уже с вами канал работает, включен. Угу. Да. Значит, вообще один из способов, как это сделать, вы можете предварительно, видя, какая у вас текстура, назначить цвет материалу другой. Например, ярко с ним контрастирующий, допустим, красный цвет. И вот тогда эти красные точки на этом будут видны очень сильно. Сейчас у нас до этого был белый цвет. Поменять сейчас его уже нельзя, потому что мы уже начали настройку материала с текстурой вести. Вот, и поэтому не так хорошо видно те участки, которые мы покрыть с вами забыли. Если бы мы сделали действительно такую систему цвета, более контрастными сделали, тогда бы проблем не было, мы бы все нормально с вами видели. В наших рогах бы явно выделялись те цвета, которые контрастируют с нашей текстурой. Нам проще было бы понять, что у нас обработано, а что нет. Так, есть. Ну вот сейчас вроде бы картина изменилась. Значит, теперь для уникальности я могу отключить в моем режиме проекции режим симметрии. И один из моих этих рожек как-то уникально проработать, специально расположив там такие куски текстуры, которые на том явно не повторяются. Тем самым создать эффект уникальности. Так, отлично. Давайте снова посмотрим на наш UV-вид. Да, здесь все в порядке. Вот тут внизу еще один участок с нами недоработан. Нужно по нижней границе еще хорошо пройтись. Ну и так, в принципе, все. Тут снова можно включить симметрию. Вот здесь вот еще разочек хорошо эту границу проработать, чтобы точно у нас текстура на все там полноценно нормально легла. Вот сейчас другое дело, видите, то есть теперь текстура к краю не подходит, все отображается так, как нужно. Замечательно, теперь осталась у нас вот эта вот часть, которую мы еще до этого с вами не обрабатывали. Так, режим симметрии здесь мне не нужен. Таким вот образом мы с вами легко и просто наносим текстуру на нашу геометрию. Опять-таки, это базовая текстура, то есть это еще далеко не финальный вид, мы будем его, эту текстуру дополнительно еще прорабатывать, но основы, тем не менее, уже и тут даже можем задать. Снова давайте проверим, это очень тоже хороший момент, это вот проверка, потому что не всегда мы все можем с вами учитывать. О, вот здесь вот видно дырка. Это вот этот участок. В крайнем случае мы можем просто пройтись по центру, по всему его периметру.
Отлично, все. То есть внутри не должно никаких быть дырок. Все должно быть закрыто цветом. Это показатель того, что мы с вами на верном пути. Движемся так, как надо, и получаем тот результат, который нужен. Отлично. Давайте вернемся к нашим отображениям. Глаза и тело. Ctrl-S, давайте сохраним нашу сцену. Вот непосредственно наша модель по чуть-чуть стала вырисовываться, уже какая-то появилась фактура, а не просто-напросто обычное такое скучное отображение. Вот, но опять-таки это требует еще доработки. Сейчас мы тоже ей еще займемся. И тело. Нам нужно будет с вами сделать текстуру для тела. Это, в принципе, последнее, что нужно будет сделать. Потому что те же самые рожки вот здесь, например, которые у нас есть, мы будем их покрывать точно такой же текстурой. То же самое с этими рогами. Когти аналогично будут покрыты той же самой текстурой. Поэтому, в принципе, нам еще требуется одна уникальная текстура для того, чтобы мы с вами могли нормально этот участок проработать. Значит, я сейчас на время спрячу. Или даже нет, пока, наверное, верну его, потому что... чтобы видеть, где граница это проходит. Я тоже хочу дополнительно затемнить мою текстуру, поэтому я снова возьму инструмент Burn. Влияние буду оказывать, ну, наверное, на все вообще точки. И вот тут опять-таки создам такое искусственное затенение. Это лучше в будущем подчеркнет мне границу, создаст ощущение, что там как бы мягкая тень такая формируется, хотя на самом деле ее там и нету. Ну, может, она и будет, конечно, все зависит от того, как мы будем освещать нашу модель. Угу. Режим симметрии не включил, но... Теперь я снова выключу, потому что здесь линия наметилась, но ее нужно чуть усилить с этой стороны. Я до этого один раз сделал без симметрии. Так, хорошо, вот основа тоже получена. Давайте тело вернем. Хорошо. То же самое можно сделать здесь. С этого момента не обязательный, но очень часто на текстурах стараются имитировать то, что в будущем должен дать источник освещения. Вот, и тогда вы уже не будете привязаны к этому освещению, в любом случае эффект этой вот мягкой тени будет как бы воссоздан искусственно на текстуре. Так, замечательно, хорошо. Вот, в принципе, у нас неплохая основа получилась. Ну и последнее, что я сейчас попробую тоже немножечко саму фактуру этих наших рогов немножечко разнообразить за счет вот какой вещи. Выделю снова геометрию моих рожек, чтобы быть наверняка уверенным, что я с ней работаю. Теперь Ctrl-D, можно снять выделение. Я создам еще один слой диффузионного цвета. Назовем его как-нибудь там Dark. Там темные части, например. Нажимаем ОК. В результате вот появился этот слой сверху. Я здесь теперь возьму инструмент кисть. Инструмент Burn, например, для затемнения. Я сейчас хочу некоторые фрагменты на рогах затемнить. Мне не подойдет по той причине, что он не работает на пустом слое. Он должен работать с какими-то пикселями, с какой-то основой.
Поэтому, если я сейчас вот его пытаюсь сделать, видите, ничего не происходит, потому что этот слой у меня пустой, на нем ничего нет. Поэтому я для этих целей воспользуюсь обычной кистью, инструментом Paintbrush. Я его включаю, режим симметрии мне здесь не нужен. Вот, дальше я выбираю цвет, выбираю какой-нибудь один из темных цветов. Например, там какой-нибудь темно-коричневый. Чтобы рисунок наносился интересно, не просто там банально скучно вот таким вот мазком, да, обычным, мы можем с вами воспользоваться нашими узорами в категории Stamp, подобрать здесь какую-нибудь неоднородную форму, благодаря которой у нас процесс нанесения будет гораздо интереснее происходить. Посмотрим. Ну вот такой ничего вроде бы. Такая заготовка. Вот. И дальше я просто-напросто в некоторых участках создаю искусственное такое вот затемнение. Ну, особенно вот в этих вот, скажем так, его выбоинах, которые у него там сформировались. Вот. Делаю это вручную. То есть рисую просто обычной кистью. Я не зря это все делаю на отдельном слое, потому что в будущем я благодаря режимам смешивания... Вот, смогу гораздо интереснее получить результат. И опять-таки это метод недеструктивной работы. То есть в случае чего у меня всегда есть отмена. Я все всегда могу привести к тому состоянию, из которого начал. То есть файлы оригинальные не порчу. Так, есть здесь нанес. То же самое здесь вот в местах этих впадин беру их. Искусственно затемняю. То есть там, допустим... По логике вещей разобраться, если там выбоина, выщерблена какая-то, то там может больше собираться пыли, грязи, которую оттуда труднее вымыть, чем с обычной поверхности. Вот, где-то просто даже в тех местах, где нету этих явных таких вот выбоин, я просто их затемняю для того, чтобы тоже как-то интереснее сделать эту поверхность не такой банально скучной. То же самое здесь. То есть использование узора, видите, дает возможность нам не обычными мазками работать, а какой-то такой неоднородной структурой мазка, и это тоже создает эффект такой необычности. Можно это тоже использовать для ряда задач. Так, есть. Хорошо, вот, допустим, основа положена. И теперь я могу эти темные части за счет вот режимов наложения воспользоваться ими для того, чтобы их смешать как-то неоднородно. Здесь тоже клавиша вниз может перебирать эти разные режимы. Видите, в разных режимах мы можем получать разные эффекты. Я сейчас стараюсь подобрать какой-то режим, при котором он интересно их затемнит. Например, вариант. Вот. И если нужно, через свойства opacity, непрозрачности, видите, я могу уменьшить непрозрачность слоя, тем самым сделать его поинтереснее. Вот. Аналогичным образом можно создать и яркие участки. На поверхности точно так же новым слоем у инструмента кисть, теперь только воспользоваться светлым цветом каким-нибудь. Вот. Точно с такими же вот настроечками мы можем с вами тут его. Может быть, цвет лучше какой-то другой взять.
Вот. И некоторые участки я, наоборот, видите, высветляю за счет использования там более яркого цвета. Буковка F, если нужно, подъезжаем поближе. Тем самым мы вот таким вот образом, видите, рисуем нашу текстуру прямо на поверхности нашей трехмерной модели. Так. Так, есть. И то же самое можем сделать и здесь, с этой нашей частью, с этим нашим слоем. Точно так же подобрать ему какой-нибудь интересный режим, при котором они бы у нас наложились поверх нашей текстуры. Я сейчас сделаю один такой вот необычный момент. Параметр силы слоя, да, в фотошопе, например, он задается в процентах и может работать от 0 до 100 максимум. Здесь этот параметр является параметром силы, так же, как и в наших слоях для скульптинга, мы можем его увеличивать за пределы 100. То есть, например, сейчас вот задав 200, я, наоборот, получил более яркий фрагмент. Там 300 еще более яркий. Вот в результате светлый цвет у меня там еще сильнее высветился, но 300, мне кажется, уже перебор, а вот для 200 может даже очень ничего. Вот у нас благодаря этому вот на его поверхности такие вот светлые фрагменты формируются. Есть, вот таким вот образом. Ну и теперь мы можем вернуть наше тело к отображению. Вот с рогами, в принципе, основу мы такую положили. Дальше мы посмотрим. Не исключено, что там балансы мы еще будем корректировать с вами. Эти темные, допустим, в некоторых местах, они, может, слишком уж темные, надо смотреть. Вот в результате, что у нас получилось. То есть глаз и рога у нас, в принципе, с вами уже готовы. Мы основу уже сделали. Хорошо, значит, тогда в следующий раз мы с вами продолжим разговор о текстурировании тела, сделаем заготовку для текстуры тела, посмотрим, как она наносится, хотя как бы нового здесь ничего уже не будет, процесс будет аналогичный. Вот после этого дотекстурируем оставшиеся части, вот такие как когти и рога на его панцире, выступающиеся, вот также там вот эта его переднюю часть рта. И посмотрим опять-таки, как, используя вот наши инструменты, слои, режимы, мы сможем с вами текстуру эту дополнительно доработать, где-то затенить, вот, где-то нанести эффекты там, грязи, пыли и так далее. Вот. Но я думаю, что на протяжении занятия следующего, может еще одного, мы с вами финишируем уже с этой моделью в Moodbox, все текстуры будут готовы. Вот, и в будущем мы сможем с вами эти текстуры перенести непосредственно в программу 3D Studio Max и собрать там уже финальные материалы, настроив их под освещение, для того, чтобы они выглядели так, как нужно нам. Теперь, начиная работать с текстурой, не забывайте, что если вы будете приносить сюда для показа свой материал, вам нужно не только приносить файл сцены,
а еще и папку, в которой хранится материал, которая имеет точно такое же название, как правило, как и то, что мы с вами делали. Вы теперь смотрите, насколько тут файлов стало больше. То есть вот наши крупные файлы, глаза, рога, причем рога вот разделенные на части, вот, яркие участки, вот, обычный материал, вот, темные, цвет. То есть все наши каналы, вот они отображаются. Три канала этого файла, рога, рога и рога. Рога Brightening, рога Darkness, да, и просто рога цвет. Вот три текстуры. То есть чем больше каналов, с одной стороны, тем больше возможностей, но и тем больше растут размеры. И размеры этой папки будут прогрессировать, прогрессировать и прогрессировать. И к концу проекта вообще все, что связано с модбоксом, может занимать очень много. Мы только вот на текущем этапе с вами уже до 10 гигабайт поднимаемся. А еще не все текстуры созданы. Вот. Поэтому не исключено, что более старая версия имеет смысл будет вычищать. Хорошо, тогда на этом делаем остановку. Продолжим с вами в следующий раз.